Абазины – древний народ Кавказа с тысячелетней историей. По утверждению известного советского лингвиста, профессора Георгия Федоровича Турчининова, именно предки абазин и родственных им абхазов и убыхов были создателями ашуйской письменности, существовавшей свыше 5000 лет назад. Сегодня абазины отнесены к коренным малочисленным народам России. В основном они проживают в Карачаево-Черкесской республике, но абазинские диаспоры имеются более чем в 50 странах мира и в разных регионах Российской Федерации. Многие абазины, родившиеся в советское время, когда Карачаево-Черкесская автономная область входила в Ставропольский край, по праву считают своей родиной и Ставрополье. Сегодня здесь живет более 4000 абазин. Гармонично вписавшись в многонациональную палитру региона, они продолжают сохранять свою национальную самобытность. На территории современного Ставропольского края абазины начали расселяться в XIII-XIV веках. В различных источниках можно найти сведения о бибердовцах, трамовцах, лооовцах, джентемировцах, представителях других абазинских племен, занимавших районы современных Курсавки, Георгиевска, Пятигорья и Кисловодска. В конце XVIII века Палас подробнее описал эти места, где однозначно обозначил абазин. Относительно Кисловодска он говорил, что здесь живут род Джентемировых. Количественно он написал где-то 1770 человек, 7 поселений в Кисловодской долине. События XIX века вынудили абазин покинуть эти места. В годы советской власти отдельные представители абазин, получив приглашение на работу, переселились в города Кавказских минеральных вод. В последние десятилетия здешняя диаспора значительно увеличилась и насчитывает сегодня более 2000 человек. Около 1500 из них живут в Кисловодске или в Нарцане, как его издавна называют сами абазины. Что касается абазинского названия Нарцана, Сана. Это означает нартовское поселение или нартовская вода. Нарзан – это как раз один из вариантов усеченного обозначения этого названия – Нарцана. В курортном городе сегодня живут представители 94 национальностей. 14 из них создали здесь свои общины, которые объединяет Межнациональный культурно-просветительский центр «Дружба». Местная национально-культурная автономия абазина Базашта, которую возглавляет Агурби Маков, одна из самых активных общественных организаций города. Абазинская община у нас в Кисловодске как бы занимает такой, ну, на хорошем месте, потому что мы всегда проводим совместные мероприятия хорошие. То есть в том году провели они очень хороший день национальных культур. Хорошие отзывы об абазинах мы услышали и в городской администрации. Абазины – это очень толерантные люди. И это приятно. Знаете, пожалуй, вот мы не можем вспомнить, да, какие-то национальные, там, националистические выпады. Этого нет. И это очень здорово, потому что вы всегда открыты. И я много лет знаю многих людей из вашей диаспоры. Вы знаете, они оставляют очень приятные впечатления для общения, для понимания, что очень важно. Репутацию абазин в Кисловодске формировали представители старшего поколения, работавшие здесь еще в советские времена. Одним из них был Нурби Физиков. Он работал в домоуправлении. До сих пор люди, которые его знают, только одно слово, фамилия Физиков, они уже с трепетом. А вы знали, что так человек такое красивое, доброе имя после себя оставил. Жители, дворники, мастера, с которыми он работал, все только и говорят, что вот настоящий был человек, настоящий был профессионал. Приятно такие вещи слушать, да и мы стараемся, так сказать, не оказаться ниже. То, что современное поколение абазин продолжает соблюдать свои традиции, почитать старших, вызывает особое уважение к ним и со стороны городских властей. Агурби никогда не бывает один. Он всегда там лица старшего поколения,
авторитетные люди. Вот они ко мне заходят, я вот там тоже приезжаю, там на объект смотрю. Под объектом Александр Вячеславович подразумевает строящийся на Новом озере Абазинский этнокультурный центр. Абазин и Кисловодска давно вынашивали идею создания такого центра, но возможность воплотить ее в реальность появилась только с приходом в администрацию города Александра Курбатова. Именно он решил вопрос о выделении земельного участка местной национально-культурной автономии Абазин. Вслед за Абазинским здесь должны появиться и другие национально-культурные центры. Первая задача – это нам нужно как можно быстрее сделать вот этот центр, значит, на Новом озере. Мы там планируем тоже предоставить земельные участки для других наших коллег, вот, с тем, чтобы это была такая вот точка, куда бы мы могли приглашать гостей, там, туристов, родственников. Вот, потому что это очень востребовано. Вот, чтобы люди могли купить там книжку, сувенир, значит, какую-то поделку, значит, на национальной культуры. Обязательно, чтобы была кухня национальная. Этнокультурный центр будет состоять из двух частей – этнографического музея и здания, где будут помещения для занятий по абазинскому языку, национальным танцам, зал торжеств. Как заходишь с левой стороны, там будет у нас, по-нашему будет называться чарта, кафе. Те туристы, которые приходят после этой программы, чтобы они могли отведать нашу национальную кухню. Дальше там будут ларечки такие стоять, где будет шитье национальной одежды, предметы быта, где будут. А основное здание будет вот так стоять. Впереди должна быть обязательно сцена, где мы будем показывать свою программу. После экскурсии, скажем, будем показывать свою программу. Национально-культурная автономия Абазашта объявила строительство этнокультурного центра народной стройкой. Деньги на строительство собирают всем миром. Абазины со всех уголков России вносят посильный вклад в финансирование стройки. Мы хотим показать тот быт 18-19 и начало 20 века, в каких условиях жили наши отцы, деды, прадеды. Вот первая комната у нас будет кунацкая. Это специальная комната угорцев, где любой путник мог остановиться, не спрашивая, не стучась в двери, там зима, лето, ночь, разницы нету. Вторая комната у нас здесь будет старое жилище, вот там вытяжка стоит, с комнаткой для хранения продуктов. И третья комната у нас будет этномузей, где будут храниться старые вещи, которые были у наших предков. Кисловодская абазинская община периодически проводит здесь субботники. Местные абазины сами безвозмездно выполняют часть работ, которая не требует специальных навыков. Сос Муридович Шереметов всю жизнь проработал в Курском районе. Последние 26 лет живет в Кисловодске. Он старейшина кисловодских абазин и частый гость на стройке. Болеет душой, подбадривает молодежь. Очень хорошее дело. Ни у кого еще такого нет. Но другие народы увидели и тоже хотят иметь такое. Активное участие в строительстве центра принимают радиофизиков и Тамара Хутова. Активность наша в этом вопросе вызвана исторической необходимостью. Историческая необходимость заключается в том, что на самом деле вот в этих вот местах, а место, которое выделено нам для строительства, оно знаковое, потому что здесь до 1803 года, официального года образования города Кисловодска, здесь находилось селение абазинского князя Джентимирова. Но и в то же время у нас есть прекрасная площадка для того, чтобы о абазинах узнало как можно больше людей, потому что город Кисловодск у нас является курортом федерального значения, и на сегодняшний день со всех концов России, ближнего зарубежья, дальнего зарубежья приезжают сюда люди, которые очень хотят узнать о нашей истории, об истории этих мест. И мы хотим вот в этом вот центре предоставлять им экскурс в историю, скажем так, в историю абазин. Я почему принимала активное участие? Мне очень хочется для подрастающего поколения, которые живут именно в городах Кисловодск, Синтуки, Пятигорск, чтобы они знали абазинский намыс, адаб,
что нельзя старшему дорогу переходить, нельзя, чтобы, когда старший заходит, чтобы младший сидел, развалившись. Вот в селах это все они видят воочию, а в городах не всегда. Мне хочется, чтобы все наши красивые традиции сохранились. Здесь, в этом центре, они этому научатся. Амгасук, я сейчас сюда пшахкаша. Амгасук, уаухан вирак сашта, абазашта, пахуста саша. Это пахуста саша, абазашта. Из чудесным мышкы уара улашара, сакхушт адге, амгаз малхалашта. Абазашта, пахуста кзибара. Это пахуста кзибара, абазашта. Скахапны, ужги шардаук а. Адунея у нахер гьем уашта. Абазашта, пахуста саша. Среди абазинки словачан есть кому учить молодежь культуре своего народа. Здесь немало ученых, педагогов, деятелей культуры. Гордостью местной абазинской диаспоры стал молодой музыкант Рустам Каблахов. Рустам еще в младенчестве потерял зрение, но это не помешало ему овладеть искусством игры на баяне. Когда был маленький, у нас дома был аккордеон, мама постоянно играла, но она тоже любитель, играла на слух. И так я прислушивался, пытался что-то сам играть. В 9 лет Рустама определили к педагогу, тоже незрячему, и он научил его не только азам игры на инструменте, но и нотной грамоте по специальной системе Брайля. Сейчас Рустам Каблахов учится на 4-м курсе Российской академии музыки имени Гнесиных на факультете народных инструментов в классе профессора, народного артиста России, композитора Вячеслава Анатольевича Семенова и считается там одним из лучших учеников. А совсем недавно он стал лауреатом престижного конкурса. Второй международный конкурс имени Виктора Гридина. Это народный артист России, композитор, который внес ценный вклад в баянное искусство. Я участвовал в этом конкурсе, исполнял его произведения и занял тогда второе место. Я считаю, это очень достойно. Основной инструмент Рустама Каблахова – баян. В его руках этот русский народный музыкальный инструмент заговорил по-абазински. Абазински национальный. Я пытаюсь сделать аранжировки именно на баяне, а национальный я извлекаю вот из гармошки. Ну, это, видимо, в крови. Учился я на баяне, впоследствии уже захотел перейти на гармошку. Все-таки это как-то роднее, колоритнее. Рустам Каблахов хочет стать концертным исполнителем, а также попробовать себя в качестве педагога и аранжировщика. Кисловодские абазины увлекаются не только искусством. Есть и более традиционные увлечения. На территории строительной фирмы, возглавляемой Расулом Чаговым, мы с удивлением увидели лошадь. Оказалось, что любовь к этим прекрасным животным Расул Султанович питает с самого детства. Действительно, вот в Кисловодске уже 25 лет, как я держу коня. Для меня эта лошадь превыше всего. Я сел на коня, выехал, я считаю себя настоящим мужчиной. И когда я начал себя осознавать дома, всегда лошади были. И бабушка мне рассказывает, что мне было 3 или 4 года, лошади во дворе стояли. И ты, говорит, игрался, подошел к лошади, сзади, говорит, лошади за ногу схватил. Лошадь посмотрела, говорит, что ребенок, подняла ногу, переставила, говорит, и все, говорит. Даже не испугалась, даже, говорит, не ударилась. Расул Чагов с радостью отмечает, что сейчас многие молодые ребята в Кисловодске уже покупают не машины, а лошадей. Но лошади – это все-таки хобби. Основное же занятие Расула Чагова – строительство. В конце 90-х годов прошлого века он вместе с Али Физиковым создал строительную фирму, которая занимается благоустройством города, восстановлением санаториев и иных объектов не только в Кисловодске, но и в других городах Кавминвод. Есть такие санатории, куда просто так не всякий попадет. Министерство внутренних дел, ФСБ санаторий. Мы вот попали туда и дали нам возможность там проявить себя и сделали много работы и хорошей работы. Одним из объектов, который восстанавливала фирма Расула Чагова и Али Физикова, был ресторан «Замок коварства и любви». Построенный в 1937 году в Аликоновском ущелье, на месте существовавшего еще в царские времена гостевого домика, этот ресторан стал своеобразной визитной карточкой города-курорта. Его название навеяно легендой о несчастной любви Али Конова, сына бедного пастуха,
и Дауты, княжеской дочери. Понимая, что князь не позволит девушке выйти замуж за простолюдина, влюбленные решаются бежать. И они решили встретиться на скале. Скала находится у нас вот напротив, вот там скала. Они решили встретиться, чтобы убежать. И когда они встретились возле скалы, они поняли, что убежать у них не получится, что их поймают все равно. Они решили сброситься со скалы. И когда сбросился, она в страхе увидела, что произошло, она решила остаться и вышла замуж за князя. И в честь этого, получается, пастух проклял этот род. И вот напротив, вот там, вот если посмотрите, вот есть каменный взгляд пастуха вот на скале, барельеф как остался, получается. И он смотрит на это ущелье, и то, что продолжения рода этого княжества не было. В честь парня назвали речку Аликоновка, и на этом месте построили ресторан. В постсоветское время замок пришел в упадок, и город выставил его на торги. Папа, он, когда продавался замок, город продавал, он его выкупил. На тот момент замок просто, можно сказать, одни стены были. И крыша, и тут все было в упадке, коровы здесь ходили. Мамрус Чагов, как и абсолютное большинство нынешних абазин-кисловатчан, уроженец села Красный Восток, которое расположено в 43 километрах от курорта. В 80-е годы Мамрус Зульевич работал сельским завмагом и уже тогда проявлял предприимчивость, ориентировался на спрос людей, отыскивал для них качественные и недорогие товары. Тем самым он успешно решал проблемы снабжения села и снискал уважение его жителей. Позже, окончив экономический факультет Кабардино-Балкарского университета и получив серьезную практику в Тольятти и Перми, вернулся в родные края и успешно вписался в условия зарождавшегося рынка. Приобретенный ресторан он превратил в роскошный комплекс и возродил его былую славу. Он является архитектурным памятником, и все вот обычно вот все гости с разных точек нашей страны вот приезжают, и все стараются сюда попасть, посмотреть на ущелье, на сам замок, послушать легенду. Мамрус Чагов, сохранив архитектуру здания, привнес в его инфраструктуру частичку культуры своего народа. Во дворе ресторана он установил беседки, выполненные в национальном стиле. В программе музыкантов абазинские песни, а в меню ресторана абазинские блюда. А у нас очень много абазинских блюд. Это еще вот при папе, да, вот это он еще тогда вводил. Даже вот когда первый президент приезжал, Ельцин, тоже его кормили. Это вот там и дзырдза, жич, ашидж, вот ашидж, вот ему понравилось. И все это до сих пор у нас в меню, и это вот люди многие вот заказывают, им интересно, они пробуют. Так что у абазин Кисловодска есть и свой очаг, где с трепетом относятся к национальным традициям.